Итак, друзья, в последней версии iOS 17 нас добавили различные экраны заставки. У нас была Земля, Луна, но теперь у нас появился Сатурн и другие планеты. Итак, друзья, как, соответственно, добавить их? Давайте смотреть. Вот так зажимаем палец, спускаемся, точнее, переходим в правый угол, спускаемся ниже, и вот смотрите, какие планеты у нас здесь. Я вижу Марс, Юпитер, ну, короче, и есть даже Солнечная система. Давайте вот самый, наверное, вот этот будет. Значит, давайте добавим. Делать пары обоев. Окей. И вот так вот. Единственное, наверное... О, видите, единственное, что было бы круче, если бы он, ну, как бы двигался еще, знаете... Ох, не особо круто. Давайте попробуем поменять на другой. Так, плюсик. Спускаемся ниже. Ну, вот Марс. Добавить, ну, может быть, при разблокировке Марс будет двигаться красиво. Так, так, ну и поехали. Нет, и он тоже почему-то просто сползает вниз. И не двигается. Друзья, немного странно, не находите, потому что даже на моем андроиде обои двигаются, есть, ну, как бы, живые, так сказать, анимированные обои, здесь почему-то нет. Ну, ладно, вот так вот, надеюсь, вам было интересно. Всем пока. Это котейка тут лежит. Я просто не с того ракурса ее снял. Всем пока, до свидания.